Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупки в Wildberries и Озон. Итак, поехали. Покупочка Wildberries – это весы, девчонки. Весы интересные на самом деле. Коннектятся с телефоном. Цена вопроса 300 с копейками рублей. Очень смешная. Увидела на просторах интернета. Решила заказать, попробовать. Потому что наши весы давно сломались. И надо было давно купить другие. Но это вообще что-то с чем-то. Здесь такой функционал, девчонки. Разве что фотоаппарата нету. И все за 300 рублей. Смешно, да. Почитала отзывы и решила, что все-таки... надо взять, вдруг повезет. Разные отзывы на самом деле были, плохие, хорошие, но за 300 рублей мне стало интересно. Я их распечатала, хорошо, что с наклейкой, на пункте выдачи. Они не разбитые, ничего, вот я разрезала. Попробовала взвесить свои руки, вставила батарейки, они были в комплекте, кстати. Приделана скотчем к пупырке, хорошо, что в пупырке. Слушай, тут одна упаковка стоит 300 рублей, не знаю, почему так дешево, вообще прям шок просто. Максимальный вес 180 килограмм, Bluetooth, коннектится с телефоном. Сейчас покажу, а потом мы будем тестить, разбираться. И как разберемся, я вам тоже все расскажу. Ну и вот они, родимые. Вот так выглядит. Батарейка была прикручена. И вставляется она прям... Боюсь разбить, я так попробовать хочется. И вставляются они вот сюда. Две мизинчиковые батарейки. Они были. Что плюс. Одни батарейки рублей 50 стоят. А, нескользящие ножички. Вот такие силиконенькие. 4 штучки. Так, и вот он сам агрегат. Инструкция на английском, на русском ее нет, но в карточке товара подробно и в вопросах все написано. Тут как качать приложение по ходу дела, штрих-код, вот Google Play App Store, ОКОК какой-то. В общем, инструкция, что делать, тоже на английском. Вот так это все дело выглядит. Но они работают. Включайтесь. О, видите? Они работают, показывают даже заряд батареи. Давайте что-нибудь взвесим. Ой, я купила сиропчик сейчас в аптеке Стадаль от кашля. Так, сколько он весит у нас? Сколько здесь у нас? Поставим, я не знаю, на середину, наверное, нельзя ставить. 350 грамм. Надо что-то проверить наверняка. Потому что сколько он весит? Слушайте, ну у меня есть кухонные весы, можно и на них проверить. Сейчас. Ой, я достал весы. Они у меня хорошо точно показывают. 392. А тут нисколько. Включайтесь. Они не хотят такой легкий вес показывать. О, включились. 24 градуса Цельсия. Слушайте, температуру точно показывают. У нас сейчас 24 градуса, да. Они показывают температуру. Но тут вот 350, видите, погрешность. Но все-таки это не кухонные весы, у нас маленький объем. Прям хочется что-то тяжелое замерить. С точным весом, слушайте, килограмм какой-нибудь достать хотя бы. О, у меня пачка Magic Pink, которую я еще не брала оттуда ничего. Смотрите, даже больше. Но это мерная ложечка, 5 грамм, наверное, весит. И килограмм у нас с вами заодно и проверили, да? Вот какие молодцы. Так, и здесь. Не включаются-то. Включились. Так, 950 грамм. То есть у нас погрешность получается немножко в минус. Немножко в минус. Кто-то в отзывах писал, что сейчас вообще нисколько не весит. Ну, не для маленьких, конечно. Это не кухонный вес. В общем, будем качать приложение, будем коннектиться. Говорят, кто-то в приложении пишет верно, а на весах небольшая погрешность есть. Но, тем не менее, хоть приблизительно за 300 рублей весы интересно. В общем, будем тестировать, потом вам расскажу. Ухо будет вставать. Я уже взвесилась, но вроде похож на правду. Еще там надо килограмм установить. Ножки в стороны немножко. Вот так, да. Сколько ты сегодня в школе весила? 49. А тут 48. Ну вот. Слушай, 48, 450. Ну нормально. С учетом того, что у нас не идеально ровная поверхность. Там они что-то писали сзади. На кнопочку нажимать, менять. Ну, какие тут кнопочки? Вот это, я не знаю, это кнопочки или нет. Я попробовала, пожмакала. Но у меня килограммы изначально. Просто у кого-то приходят не килограммы из единицы измерения. Вот здесь сбоку надо смотреть, что написано. У меня килограммы, все нормально. Ну, прикольно. Мы сконнектились с телефоном. Я через QR-код скачала приложение. Там вводишь свои данные. Очень интересное, кстати, приложение. Показывает абсолютно так же, как и на весах. Грамм в грамм. Потому что это можно взвеситься.
нажимая кнопку в приложении. Показывает, какой лишний вес, показывает динамику, показывает, сколько жира, сколько воды, сколько мышц, сколько белка и так далее. Ну, интересно, слушайте, за 300 рублей, ну, вообще шикарно. И вот Ксюша как раз сегодня, вот прям вовремя в школе их взвешивали, да, и видите, вот погрешность со школой, получается, там 400 с чем-то грамм, да. Ну, это нормально, я считаю, это нормально. С учетом того, что у нас вот тут они неровно стояли, надо посмотреть, где у нас самый ровный пол. Сейчас на Ксюшке, кстати, проверим, потому что вес она свой знает, да? Проверим и будем в этом месте взвешиваться. Все нормально, все отлично. Мне пришли замечательные весы за 300 рублей. Вообще просто огонь. Еще одна классная покупочка с ВБ. С приходом отопления в наши дома жутко сохнет кожа. Вот прям появились шелушения, хотя увлажнители есть, работают и так далее. Отлично, знаю, что с такой проблемой можно справиться с помощью хорошего увлажняющего скраба. До этого пользовалась достаточно известным, но после него складывается ощущение, что остается какая-то пленка на коже. И вот нашла очень классную вещь, сейчас все вам расскажу и покажу. Такой вот классный скраб от нового бренда, скраб для тела «Кокос». Здесь в комплекте, кстати, есть деревянная лопаточка «Эко». И знаете, что подкупила, девчонки? Большое количество масел в составе и витамин «Е». Уж такой состав точно справится с проблемой шелушений, не только. И, кстати, витамин Е очень важен для молодости кожи, поэтому включаем его обязательно в свой уход. Так, давайте смотреть. Вот такой вот скрабик. Безумно нежный. Продавец уверяет, что в составе большое содержание натуральных масел. Не могу не согласиться. Когда баночка пришла, только я ее первый раз открыла. Здесь, кстати, была фольга, все зафольгировано, защита от вскрытия есть. То на поверхности были видны масла. И перед применением я вот так до однородной массы все это дело перемешивала. Есть, кстати, сухие скрабы, вот за что не люблю некоторые, они во время применения осыпаются. Потом ванна вся, и пол ванны, и сама ванна, она вот в этих вот частичках. Ну, неудобно при нанесении. Я даже такие сухие скрабы разбавляла различными жидкими консистенциями до однородного состояния. А здесь уже все, здесь уже состояние однородное. Скраб при использовании совсем-совсем не сыпется. Ну и расход, конечно, у такого скраба будет более экономичный. Давайте смотреть. За счет мелких частичек, смотрите, вот они прям меленькие, их очень-очень много. Скраб совсем не царапает кожу, он прям отлично ее именно шлифует, что, кстати, помогает от целлюлита и очень хорошо убирает шелушение. Вот все шелушения, которые есть, они просто сходят на нет. А из-за содержания большого количества различных масел в составе, отлично просто питает, увлажняет. И уже после первого раза, уж тем более после второго раза использования, кожа просто невероятно мягкая. Вот просто невероятно мягкая. Смотрите, как много частичек. Видно? Их прям очень много. Они меленькие и не угловатые. Вот не царапает, но отшлифовывает просто классно. Смыла скрабик и посмотрите, как кожа выглядит после. Даже две руки сравнить. Гладенькая и прям вот сияет изнутри. Даже не нужно никакой крем использовать и лосьон. Невероятно-невероятно гладкое и мягкое. И нет никакой липкости, абсолютно стянутости. Нет ощущения какой-то масляной пленки. Все просто шикарно. Кожа невероятно, девчонки, гладкая. Просто бархат. Аромат вообще. Кому нравится кокос, тому понравится и этот аромат. И даже кому не нравится кокос, тоже понравится. Потому что пахнет, девчонки, как Рафаэлка. Вот прям как Рафаэлка один в один. Достаточно использовать пару раз в неделю прям, и вообще кожа будет как персик. Классный бюджетный скраб, прям рекомендую к использованию. Девчонки, милые, заботьтесь о своей коже, увлажняйте ее, очищайте. Не только о лице, да, но и тело у нас тоже нуждается в такой заботе, особенно сейчас, в холодное время года, когда влаги будет у нас уже в помещениях мало, а из отопления много сухости. Поэтому прям могу смело рекомендовать. Сухость и шелушение убирает просто нура. Ссылочку на скраб, как всегда, найдете в инфобоксе в описании. Покупочка Озон. Подглядела у одного блогера. Аделин, спасибо тебе огромное. Безумно люблю такие вещи. Это серьги, девчонки. Это серьги из медицинского золота с фианитами за пятихатку. Ну, вообще, я с медицинским золотом дружу давно. Покупала на море часто, там в районе 500-600 рублей тоже стоят серьги. Стоили, давно мы там не были, сейчас уже, наверное, дороже. На Вайлдберрис они дороже. Наделина как раз их на Вайлдберрис покупала. Они сейчас там где-то 600
под 700, на зоне 550. Это просто восторг. Я когда открывала, девчонки на пункте выдачи прям не могли налюбоваться и не верили, что такая красота может стоить 500 рублей. Все было в пакетике и в такой коробочке. Я их сразу одела. Причем здесь такая коробочка презентабельная, мягенькая, красивая. Вот сюда они были вдеты. Вот так все это дело лежало. Я их на пункте выдачи сразу одела. Девчонки, я не могла удержаться. Английская застежка. Застежку можно поправить, если вдруг что-то не то, но у меня сразу все было нормально. Вот. И как они выглядят, сейчас покажу поближе. Вот эти камешки, это фианиты такие красивые. Я их уже ношу несколько дней. Все отлично, все замечательно. Вот здесь вот тоже все переливается. Камушки прям сверкают. Ну, просто супер. Сейчас еще оптическую стабилизацию отключу и покажу вам, как смотрится. Потому что при ней чуть-чуть качество искажается. Ну, вот такая вот красота. Я отношусь к категории тех людей, у которых от бижутерии чешутся уши. От медицинского золота уши, девчонки, не чешутся, сразу говорю. Оно не облезает. И покрытие никак не повреждается. Ничего с ним, в общем, по прошествии времени не становится. Вот изнаночная сторона, если кому интересно, как выглядит. Вот так. Камень закреплен нормально, хорошо, не выпадет, я думаю. Скреплено все тоже надежно. Слушайте, за такие деньги это вообще какая-то находка. Я такие вещи безумно люблю. Люблю тоже, когда сережки немножко длинненькие. Мне нравится, прям это красиво смотрится. Сейчас покажу без стабилизации. Ну и вот, как они выглядят без стабилизации. Прям вот переливаются, сверкают. Очень красиво. Ну и вот так сережки выглядят. Носить их, кстати, одно удовольствие. Просто сплю в них, мылась в них, голову, волосы мыла, душ принимала. Ничего с ним не случается. Все отлично, все замечательно. Красиво переливаются, висят красиво, смотрится вообще очень здорово. Мне нравится. За такую цену это просто находка. Покупочки в Валбересе. Здесь у меня вот такой вот интересный гаджет. Щеточка. И глицерин. Для чего взяла? Не знаю, для чего, девчонки. Потому что нету, пригодится. Иногда там что-то с детьми делать по типу слаймов. Иногда еще для чего-нибудь. В общем, где-то я увидела, что он мне для чего-то нужен. А хорошо объяснила, да, и решила, что мне надо заказать. Вот заказала. А, может, даже для цветов, для чего-то. В общем, забыла. Посмотрю потом. Напоминалку себе где-то писала. И вот такой вот интересный гаджет. Это такая щетка пластиковая, знаете, для чистки обуви, для чистки... Подожди пока. Для чистки каких-то поверхностей. Сюда еще моющее заливается. Вот, сейчас открою, посмотрим. Ну, такая, знаете, не одноразовая конструкция, конечно, но такая хлипенькая, тоненький пластик. Ну, в то же время вроде ничего. Суть тут в чем? Вот эта заглушка сюда. Сюда наливается средство внутрь. Смотрите, здесь щетка. От нее даже волоски вот здесь два внутри. Щетка жесткая. Но можно ковер почистить вполне себе. Просто такой минималистичный дизайн. Можно подвесить. Здесь силиконовый ремешок, цена вопроса 100 рублей. Какие 100? 70, по-моему, девчонки. И вот тут вот кнопочка, благодаря которой мы будем нажимать. То есть мы вот так это все дело закрываем. Я сейчас попробую на чем-нибудь, как это все будет выглядеть. Вот этой крышечкой не вставляет. О, вставилась. И чтобы средство вытекало вот отсюда, мы нажимаем вот так. И оно будет вытекать. И погнали чистить. И погнали. Ну что, я налила вот такое вот средство. Универсальный чистящий крем Faberlic. В щеточку. Не сильно много. Ну так, 1/3, наверное. Давайте смотреть. Хочу попробовать почистить раковину. О, плюется. Смотрите, плюется. А дальше крышка продавливается. Зараза. Куда ты продавилась-то? Попытка номер 2. Чпок. А, вот, выходит, да? Выходит. Все нормально, я ее вставила, теперь нормально, все хорошо. Выходит. И вот мы кремом, в принципе, чистим. Так, еще хочется. Капни нам еще. О, так. Что-то капает. Но без особого энтузиазма. Давай, капай уже. Ну, не знаю, как со средством. Буду ли я ее применять или нет. Хотя вот такие вот труднодоступные места, кстати, очень удобно чистить щеткой. А буду ли я туда заливать? А вот просто как щетка,
Классно. То есть проще гораздо налить средства и поработать уже. Уплевалась я там, в принципе. Вот так вот выдает как-то не очень. То ли средство густовато, что аж пробка проваливается, видите? Как-то не ахти. Проще средство так налить и уже щеточкой почистить все, что мы хотим. Там обувь, мне кажется, подошва у вас будет очень хорошо чистить, щетка прям жесткая. Какие-то всякие такие вот вещи. Так, а если у вас есть подобное, рассказывайте, что чистите вы. В общем, вот такое себе. Щетка пригодится, но заливать туда средства я, скорее всего, больше не буду. Пробовала водички туда налить и разбавить, потому что оно кончилось. И вот когда консистенция жидкая, то вообще прям, смотрите, как хорошечно льется. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех люблю, целую, всем пока-пока.